Здравствуйте, меня зовут Виктория Братченко, и я юрист. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. У моего несовершеннолетнего сына есть квартира, которую ему завещали. Отец ребенка сдает эту квартиру и не допускает нашего появления там. С нами он не проживает, с сыном не общается. В браке с отцом ребенка мы не состояли. На данный момент я смогла прописаться с сыном в эту квартиру. Как выселить квартирантов и как признать договор недействительным? Если вы и сын прописаны в этой квартире, и наследство вступило в законную силу, и ваш сын является единственным наследником квартиры, в таком случае ваш бывший супруг нарушает закон и занимается самоуправством. Обратитесь с заявлением в МВД, привлеките отца к ответственности, квартирантам отправьте претензию об освобождении квартиры в конкретные сроки. Также привлеките их к ответственности за подписание договора с неуполномоченным лицом. В вашем случае можно обратиться с исковым заявлением в суд. Через суд взыскать с бывшего супруга все полученные средства за квартиру в период ее сдачи, если вы докажете факт проживания квартирантов. Помните, что из любой ситуации есть выход. Если у вас появились вопросы, я постараюсь на них ответить. Задать их можно по телефону 263-3002 или в группах «Наше утро» на ОТВ в социальных сетях. Доброго вам дня!